Как встретили Новый год в республике, обсуждали на первом в новом году совещании главы с правительством Чувашии и руководителями органов исполнительной власти. Более 4000 человек посетили праздничные мероприятия. В спортивном же календаре значилось более 300 событий. В них приняли участие свыше 300 тысяч жителей Чувашии. Во время праздников, по данным МВД, серьезных преступлений не произошло. Число мелких правонарушений снизилось по сравнению с прошлым годом на треть. Михаил Игнатьев просил более тщательно чистить федеральную дорогу, чтобы проходящий по территории республики транспорт не испытывал затруднений. В новогодние праздники 13 чувашарцев пострадали из-за катания на так называемых ватрушках или тюбингах. Глава призвал обеспечить безопасность горожан, использовать для этого все возможные способы. Сегодня ситуацию с участившимися травмами обсудили городские власти. Говорили о том, что меры приняты. Все 5 пунктов проката так называемых ватрушек закрыли. Самые опасные ледяные скаты засыпали песком, насыпали снежные валы, установили специальные аншлаги. Предупреждение об опасных спусках. Рядом с памятником матери-покровительницы, у Певческого поля и за дворцом детского и юношеского творчества. Вместе с тем выяснили, что на Красной площади несанкционированно размещены аттракционы «Остров детства», «Тир-сафари», некоторые павильоны, деревянная горка. Также несанкционированно оказывались некоторые услуги. Соответствующие службы предупреждены и должны принять меры.